Что здесь может быть такого важного? Генерал Драгович хочет прославиться. Он считает, что здесь хранится что-то очень ценное для нашей Родины. Драгович и Штайнер разговаривают, как старые приятели. Не нравится мне это, Резнов. И мне, Дмитрий. Они скорее уничтожат эту чеку. Вещь, чем отдадут врагам. Я говорил, что проблем не будет. Ага. Я не отвечаю так за вот действия СС, генерал Драгович. Они поклялись служить мне. И ВСУшниками так же надо поступать, азовцами. Благородно, но глупо. Кравченко, заканчивай тут. Резнов, ты и твои бойцы так пойдете впереди. Так точно! Ятренко! Выхарев! Невский! Белов! Мы выдвигаемся! Вот Штайнер, ага, расскажи о своем участии в проекте Гифтегерштурм. Ну, что ж. В 43-м году фюрер осознал, вы находитесь на канале Asmodee Play. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Мы начали искать более эффективные способы ведения войны. Ставьте лайки. На протяжении всей войны я занимался химическим оружием. Работа была кропотливая и тяжелая. И все же нам удалось создать оружие невероятной эффективности. Оружие, которое находится на этом судне. Нова 6. Ну давай. Прекрасно. Давай, давай, давай. Шевелимся. Каким бы эффективным ни был газ Нова 6, нужны были средства доставки ракеты Фау-2 для запуска с этой базы. Их цели? Либо точка У. Командные центры. Сначала Вашингтон, потом Москва. Амбициозный проект, Херр Штайнер. Но мы опоздали. Напали англичане, и их бомбардировщики повредили этот корабль. Мы застряли во льдах. Пытались спасти, что можно, но было слишком поздно. Пошевели колготками! Германия капитулировала. И Красное Знамя взвелось над Берлином. У СС был приказ. В случае нападения на корабль уничтожить его. Судя по всему, им это не удалось. Взрыва не было. Твари. Верно? Резнов, открой дверь. Вы хотел бы я сейчас стрельну в твою рожу поганую. Итак, ждем предательства, правильно? Мы нашли то, что искали. Ну покажите. Нову 6. Немецкое оружие массового уничтожения перешло в руки нашей Родины. Угу, ага. По крайней мере, так нам казалось. Вот наша победа казалось. Продлилась недолго. Вон он, падла. Сучара. Драгович хотел воочию увидеть действие яда. А на своих же. И заодно избавиться от лишних людей. Я давно знал, что они нам не доверяют. И понимал, что они за люди. Но такого предательства я не ждал. Итак, нас закрыли в камеру, сейчас будут газом травить, так понимаю? Дмитрий Петренко был героем. Он должен был умереть как герой. Тихо, тихо. Вместо славной гибели в бою за Родину, он умер просто так, как скот на бойне. На своих же, суки. Что за тварь? Жаль, что он уцелел в Берлине. Страшно зрелище. Мой лучший друг умер у меня на глазах. И тут я понял, что не только мы охотимся за немецким оружием. Западные союзники подобрались к нему вплотную. Разумеется, Драгович, Кравченко и Штайнер сбежали. И предоставили мне разбираться с англичанами. Британский спецназ атакует наши позиции! И наплевать, что мои соотечественники предали меня и оставили подыхать. Но
Их нападение дало мне шанс сбежать. Вперед! Проложите себе путь! На. Вот враг! Вижу его! Врача! Так. Есть! Вас понял! Так. Врача! Забей! Я займусь подрывом! Мы погрузим этот корабль в пучину моря! Спокойно. Тихо, тихо. Понял. Да нет. Вижу его. Слышу. Его сделал. Заметь. Подожди. Вот они. У меня тут патронов. Вот кто пушал? Он прав. Он прав. Не вижу. Вижу. Долго мы не так продержимся. Займись взрывчаткой, Резнов. Куда? Вот он. Так точно. Да тихо ты. Вижу его. А мне пока не стрелять. Заряжаю. Быстро. Палим с корабля. Живо. Дверь закрыта. Стреляй по банкам. Подружим этот кран. Где? Ну бежим. Что надо сделать? Есть! Вперед, друзья! Вперед! Давай, 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 давай. Еще как вперед! Надо сваливать с корабля! Вперед! Это не наша война! Блин, контрольная точка. Сейчас, минутку. Так. Надо сваливать с корабля! Вперед! Это не наша война! Вот почему завалили так. Всеми! Одни! Есть! Вот почему завалили. Так точно! Ликвидировано! Вот именно что-то не наша война. Понял! Заметил! Делать мне нечего, что ли? Слышь! Что? Вижу его! Осторожно! Нашел! Скорей! Осталось 2 минуты! 2 минуты. Прошу прощения. Да, бегу вот как могу. Слышу. Вижу его. Подтверждено. Этот готов. Понял. Врача. Ты его сделал. Подтверждаю уничтожение. Он ранен. Его подстрелили. Скорей, по веревке. Все. Я уже внизу. Я хочу видеть взрыв. Вперед, Резнов. Давай! С корабля мне удалось выбраться. Но я не мог бежать вечно. В конце концов, меня поймали. Давай. И отправили в Иркуту. Вот так, значит. Печально. Печально. Мейсон, послушай. У нас мало времени, друг мой. Ты уверен, что ваше правительство уничтожит это оружие? Или попытается использовать? Лаг другой, а методы те же. Они будут использовать тебя, как использовали меня. Решай. Решай, за что имеет смысл сражаться. Ну я-то решил. Драгович, Кравченко, Штайнер, эти люди должны умереть. Без проблем. No problem. Хадсон выполнил задание в Каулуне. Он раскрыл планы Драговича. Нова 6. Ядовитый газ, который убивает живого человека за считанные секунды. Оружие Драговича. Вернемся во Вьетнам, Мейсон. Зачем? Виктор Резнов был еще с тобой после переста с военной базы. Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север! Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвостень Драговича, Кравченко. Он ожидал нас. Вот тварь такой. Прихвостень Кравченко. Так-с. Ну, где я?
это Хоутл 9-1. Терпим крушение в секторе Браво, Танго 7-9. СОС! 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 Ну, терпим и терпим. Что, нас спасать, что ли, придут прямо таки? Ломанулись на перегонки. Дэвис, ты жив? Давай. Молчи, Дэвис. Найти улики, ликвидировать Кравченко. Черт! Моя нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мертв! Черт, они идут! Мертв! Мочи, ублюдка! Завалить отсюда! Эта штука вот-вот! Оу, оу! Вот-вот, не вот-вот, а уже! Мы тонем, мы... Давай! Куда плыть-то? Давай! Открывайся! Ну, вот он, молодец! 23, 22, 21, 22. Опа! Так, а кто по мне еще стреляет? Не понял. Так. Или так это значит? Тихо, тихо, тихо. Вот так вот я могу. Вот так вот. Вот так вот. Это Лима 9 X-Ray. Вот так вот. Вот так могу. Слева, Мейсон! На вершине! Прямо по курсу! Укрытие! Я вообще должен куда-то идти? У меня что за задание? Есть? Задания нету. Так. Понятно. Значит, будем просто идти. Кого стреляют-то? Ну тихо вы. Тихо, так, на. Кто там еще есть? Дайте-ка я подберу автоматик, пулемет. Я думал, это я стрельнул, перепугался, думал, ничего себе, это что за шайтан взял. Ну давай, на сколько? На 100? Я поднимусь повыше. Поднимайся. Поищу комплекс Кравченко. Ищи. Понял. Держись рядом, Виктор. Рима 9 X-Ray, это Виски, ответьте. Это X-Ray, Виски, прием. Вудс, мы уж думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. Давай. Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шуметь, используйте ножи. Хорошо. Ну, болтал чертяка. Чарли. Что? Рогович, Кравченко, Штайнер. Как нас обнаружили? Нырнуть надо было, как нырять? Рима 9 X-Ray, это Виски, ответьте. Это X-Ray, Виски, прием. Ладно, как бы ни было, подписывайтесь на канал и увидите это в следующей серии. Пока. Зачищайте юго-восточный периметр.